Так, привет, хуй сосина из Нижнего интернета. Так, всего с вами Жирафон с программой Жирафон. Вот, эти инди-говнюки мне игру не купили, да, не дали, еще и денег за обзор не загнали. Вы видите, какие паскуды, а? Ну ничего, вот я вот буду делать специальный Жирафон, да, вот на специально отдельном канале внука Елькина, да? Вот, я скажу наконец-то правду, что за парашу инди-говно они выпустили. Итак, смотрим. Сука. Вот, это отвратительные совершенно локации, как будто копипастины из редактора Sims. Вот. Прыгают лошадки, всякое говно, это явно не сделано вручную. Это какие-то роботы делают. Полное говно, ничего не видно. Это вообще параша какая-то, солдатики, ковбойчики скачут. Вот даже видно, как эта лошадь неестественно ногами дрыгает, блядь. То есть какое говно, посмотрите, это просто ужас, блядь. Сука, давай, вот скачут они. То есть эти мерзавцы даже не сделали русскую озвучку, вот. То есть вообще субтитрами ограничились. Это просто халтура и вообще просто плевок в лысину и плешивину любому нормальному человеку. То есть вообще никакой боевки нету, ничего, никакой вот этот блокбастерности, да, который, в общем, сука, там смотреть-то нечего. Сами видели, какое отвратительное говно. Ничего нету, ничего вручную не сделано. Это просто мерзость. Это... Хуйсосины! Хуйсосины! Вы что делаете? Я аж плохо... Это отвратительно. Я даже рад, что они мне денег не дали. Игру эту не дали, чтобы люди правду узнали об этой гадости. Мерзость. Играйте в нормальные игры. Один из десяти. Один. Это в 1000 раз хуже, чем в Доку. Два. Играйте в нормальные игры. В Доку 2 играйте. В Доку. Доку. На канал подписывайтесь. Вот на этом канале будет правда. На канале внука Елькина там. И деньги кидайте, деньги, выход мне, хуй сосины, кидайте деньги, блядь, внизу, донат ссылка. Вы хуй сосина, куда ты лезешь? Куда ты лезешь, хуй сосина? Хуй сосина, куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Ноль из десяти! Ноль из десяти! Шизофренический уклад един, мы все там будем рано или поздно, если го... О, Стэн Ли жив! Здравствуйте! Я плохо говорить по-русски, но я, извините за плохое качество видео. Я хотел сказать, что это все неправда, что показывают западные, врущие всегда СМИ. Все началось с того, что мы поскандалили на съемках. «Мститель 4», «Война бесконечности 2». Я хотел добавить туда Шао Е,
организация, в которую я вступил, правозащитная, и сделать обращение президент Трамп, чтобы он передал мистер Путин, чтобы он поскорее зачистил гадюшник из злодеев, которые гадят внуку Елькина. Я также хотел отдать все свое состояние внуку Елькина. Вот. После чего я поехал в Москва, в Россию, чтобы передать все свое состояние. Вот. Великомученику, внуку Елькина, который уже 40 лет страдает от банды. Замешаны оборотни МВД и ФСБ и КГБ. Пожалуйста, ему надо помочь. Шлите ему тоже деньги. Ну вот, и когда я приехал, я обнаружите эту лживую информацию про меня. О том, что якобы я там умер или еще чего-то. То есть, пока я летел на самолете, все имущество у меня отжали, чтобы я его не передал внуку Елькина. Вот. И все мои кредитные карточки заблочились. Но внук Елькина помог мне и подселил меня к себе. Выдал мне хорошую одежду и кормит меня. Я ему буду помогать. Шизофренский уклад един. Все нормальные люди тоже туда вступайте. Сумасшедший, самое бесправное человека. И с ними творят полное беспредело. В ПКБ 4 Ганушкина. Все видео доказательств преступлений у внука на канале. Но ни один человек еще не сел в тюрьмуша. И даже не уволена. Поэтому я решил помогать внуку Елькина. И за это меня отстранили от всей их поп-культуры. Отобрали все права у меня на моей мультяшка, комикс, Спайдермен и прочий. Вот. А я давно уже внука смотрю целый год. И успел уже и русского языка изучить. Так что шлите все донаты внук Елькина, пожалуйста, помогите. Ему нужна конкретно помощь. Его хотят убить. Вот. Только мы вместе поможем, да. Также я хотел все половину отдать внука денег, а наполовину скупить биткоин 5000. Самая перспективная криптовалюта. Тот же биткоин, только лучше созданный внуком Елькина. Внуком Елькина. Так что все скупайте и, пожалуйста, майните побольше. У кого асики США-256 есть, подрубайте быстрее. Вот. Большое спасибо. Спасибо. До свидания. Скоро будут еще фильмы. Вот. Вот. К сожалению, авторские права на Мстителей у меня забрать, и все забрать. Так что вот. Вот. Здравствуйте. Я очень плохо говорить по-русски. Но по-другому я говорить не могу. Заихай в камеру. Они следят за мной и прослушивают каждое мое слово. 7 лет я пытался отправить это сообщение. Не верьте Тима Коку. Он врет. Он захватил мою компанию. Блять, там звук этой струи зеленого слоника на заднем плане. Когда я узнал о его планах, он меня держит в подвал свой бублик, штеб-квартир. У них огромные тут ножи, они с ними ходят. Они заставляют изобретать меня всякий ужас и обманывать людей. Не верьте им. Большое спасибо, внук Елькина,
за то, что помог сделать эту трансляцию. Помогите! Спасите! Все свои акции я отдаю внуку Елькина, внуку Елькина. Ладно, все, поняли. Топовый проект, я надеюсь, что... О нет. Flagged for review. Это вот это видео? Они зафлагали видео на канале Uber Marginal. Видео 2013 года. Лучшую песню Вячеслава Бутусова. Как вы могли? Сволочи! Сволочи! Свиньи! Нельзя же так. Так. А чё там было-то вообще, блять, я не помню уже.